Здорово, ребят. В общем, мы тут с Мишаней решили записать 2 на 5 с пулеметом, который еще, к сожалению, чему-то не добавили в игру. Это Harm CQR. Вот, многие на нем отзывались, что, мол, вот, все, берету можно выкидывать в помойку. Ну, сейчас мы это и выясним. И еще, убедительная к вам просьба. Сейчас я покажу вам пин-коды, которые у меня накопились. Те, у кого есть куча доната, и уж тем более випки, пожалуйста, не берите их, оставьте их нуждающимся. Ну, это те, кто принципиально не донатят в игру, но хотят поиграть с этими пушками. Ну, или те, у кого просто нет возможности. Надеюсь на ваше понимание. О, вот это полегче, слышишь? Ну это пункт. Это не полегче, 4 снайпера, блядь, полегче. Удачи. Да нормально, десы, сейчас все будет. Я уже чувствую, как мы выиграли. Чувак, хочешь много доната на новичка? Тогда слушай. Для начала идем на сайт Mail.ru и регаем новую почту. А потом переходишь по любой из ссылок в описании. По первой ссылке ты получишь любое оружие из серии Якудза. Рекомендую тебе Crazy Horse. По второй ссылке ты получишь боевое снаряжение на 30 дней и пулемет, который не нужно чинить. Для ПВЕ это ма, конфетка. Пушки Неон и Випку ты получишь по третьей ссылке в описании. Ну а четвертая это платиновый кейс с кучей разных крутых пушек. Ну а после 11 ранга тебе предложат купить золотые пушки. Ну или вовсе Крис и АК Альфа. Ну а на сайте игры ты можешь просто привязать телефон и получить випку на 7 дней. Регайся прямо сейчас, иди уже, разноси всех. Подсади меня на двойку. Ой, на один, на один. Привет, ребята. Хайло, майло. Шахалай, махалай. Не, пушка норм, кстати. У тебя пушка. Я пока сижу пержу. Я тоже сижу пержу, там 3 снайпера. Ну типа я боюсь вообще. У меня уже все цветы в теплице завяли, когда я сижу пержу. Иду туда спина. Двойки, двойки тоже, по-моему. Убил инженера. Бомба где-то. Пойдем один. Там на узкой кто-то есть еще. Ну и стратеги. Да, здорово. Пойдем один. Да мы выиграем, что 2 в 1 не разотащим? Да? Должны. Нет, квадрат, да? Квадрат. Нет, не слышу, да. Смотрю. Нож. Блин, нож! Достал нож, режь! Не, в атаке, если мы все 5 раундов заберем, будет классно. Посади меня на один наверх. А может вверх пойдем? Не, посади меня на один наверх. Может вообще наверх залезть? Сейчас залезу, погоди. Так лучше даже будет. Они не пушат. Странно. Они что-то поняли, да? Что-то догадываются, похоже. Давай 2 пулемета принимать, респу. Мисс, еще. То есть патронов много. Найс. 2 ВП. Найс. Ты что, дикий? Алло. Не, он стоял что-то вообще странно. Да, надо. Надо было скачать. О, вверх. Да нет, тут ничего. Давай, на нож. На нож. Он боится. Спрячься, спрячься. Как же я сейчас хреново сыграл, брат! Просто сломайте мне руки за такую игру! Что-то там чел написал, но это будет самое обидное поражение за все время, но такого не будет. Слышишь? Надо вот за это его убить. Посади меня на двойку. Да, остатки у нас. Как же я сейчас просто заруинил, а? Если я уже забайтил, он даже не видел тебя же. Я знаю, я руина. Ладно, без фиговых моментов не бывает веселья. С Конфуций, 495 лет до нашей эры. Тихо, что-то тут происходит, что-то начинает на двойке. Пускай выкидывают пока грена. Хорош? Ага, зарезал у меня хотел, а? Один центр идет. Куда он делся? Никуда. В лобби. У меня один. Еще один. Хорош.
Хорош, еще у тебя один. Что-то нормально? Нормально? Пойдем один запушим. Давай. Тупо грены на туда, на наперед. Давай, давай. Через квадрат залетишь, я по прямой. Инженер 90. Респа. Здорово. А он что, АФК стоит? Да, это я тоже. Понял. А чё они встали АФК, лоу? Ну не, они встали в АФК, этот ты чё, этот ушёл. Хаета кто-то кинул, значит он не АФК. А чё он тогда сидел в респе? Тихо, это один. Я в спину. Я спрятался. Я буду пропускать всех. Нет, не буду. Убил крест. Он в респе сидит, ну тихо, ладно. Имей тихо. О, господи, как же я хреново сейчас пострелял. Ладно, нормально. Мне надо пацан на двойку. Да, иду. Это двойка будет. Давай, сейчас приду. У нас есть время вообще, у нас его нету. У нас его нету, да, надо идти просто и убивать сейчас. Все, обоймы хватит мне. Спина, вот. Прикинь, ну, удивительно. Серьезно? Да, ладно, иди дальше. Как же он забайтил сейчас? Хорош, хорош! Минируй, минируй, он не успеет, наверное. Ну, мужика тут ничего не остается. Ну да, я как бы и не собирался отпускать. Блин, мозгач просто, мозгач! Это был мой мозголом! Ну, я побежал выигрывать раунд. Я побежал выигрывать раунд. Я мог вернуться? Хотя нет, я бы не успел мозголом сделать. Чем мы идем? Вверх? Вверх, центр, да. Хорош. Сейчас должен быть. Нет? Инженер. Господи, спина идет. Спина, спина, вверх залез. Я прокосил. Хорош. 1-2. Еще, еще. Хорош. И еще вроде. Не спеши. АФК говорит. Ну, похрену. Я не верю. Когда вы сюда пишут, что АФК, я не верю. Вот. Поэтому, шара, вот, шара! Вот поэтому я и не верю. Такая шара. Посади меня на двойку опять. Давай. И посиди, поперди. Как обычно вообще. Страта называется. Сидим, пердим. Не повторять дома. Не будьте элитами. Идут двойки пушить. Я приму. Вверх, вверх. Убил. Наш вверх. Понял. С единицы. Смотрю его. Ты его убил. До свидания, да? Да. Найс. Мы 2-3. Можно играть. Он был под респозитом. И походу спина идет. Спина один на клумбах. Я без брони. Закоцал. Миш, Миш, клумба, клумба ласт. Он где-то на 50, на 70, вот так где-то. Правда. Хорош. Не, ну чё, вот что, вот как это понимать? Вот смотри, предыдущая катка, нам попались супер жесткие типы, которые нас просто шли и разламывали нам кабины. Почему сейчас нам попались птицы, ну, 60-й ранг, ладно. Ну, блин, ранги нормальные, но играть не умеют. Да не, в прошлый раз тоже какие-то такие, просто шары какие-то у них залетали нереально. Ну блин, ну согласись, все равно шары надо тоже уметь давать. Вот ты ну, ждал да, да. Шару сейчас штурму. Дал. Почему? Потому что примерно навелся туда, где он как ну, бы да, стоял. Ну да, где он должен быть. Ну да, согласен, это тоже надо понимать. Вот почему? Чел вообще даже не в курсе, что у нас это было. И что, ару, респект. Нет, ну реально, это непонятно мне. Ну, то есть это 8-я лига, сервер Браво, и такой вот разброс игроков. Ну, то есть, то жесткие, супер жесткие, то вот такие. Непонятно.